Так, капуста конкуерова у нас. Вот она. Беевская капуста дана на испытание. Капуста получается 70-дневка. Вот такой это красивый кочан. Примерно 2 килограмма. Капуста красивая, посажена без мульчи, на капли. Не было ни одной обработки инсектицидной по ней. Одна была перед высадкой. И плюс капуста росла в тяжелых условиях, в плане травы. Вот так вот начали резать выборочно. Вот так она выглядит. Мне, в принципе, капуста понравилась. Красивая. Среднеранняя. Растет хорошо. Так она выглядит. Заросла сильно, но при всем при этом дала неплохой урожай. Так это посажено. Посажено примерно 30-35 сантиметров друг от друга. Вот они, кочанчики. Кочаны до 3 килограмм у нас получаются. Это не красавцы. Так-то она стоит. Вот такая капуста от Бея.